Доброе утро. 1 мая, понедельник. Контрольный заезд. и 4. Фиксируем. Давайте запишем наши циферки. Так, неудобно одной рукой. 92,4. Ну, собственно, за неделю вес у нас стоит, мы его держим. Даже 100 грамм скинули. Все. Все замечательно. Я напомню, что я похудел в прошлом году за 10 месяцев на 76-77 килограмм. Вот у меня изначальный вес был 168,5 в январе прошлого года. А сейчас он составляет 92, 91, 93, вот такой вот вес. Я его держу в этих рамочках, 90-95, вот где-то 92-93, это мой оптимальный вес. Всем удачи, здоровья и добра, и, конечно, с 1 мая!